Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Вот принесли в ремонт такую вот хлебопечку. LG, вот название, HB15GE. Вот. Проблема, что не работает клавиатура управления. Ну, не все режимы работают. Вот. Ну, попытаемся. Сейчас я вам уже скажу сразу, я ее отремонтировал. Но, тем не менее, кто столкнется, чтобы знали, какие вопросы, проблемы. Значит, разбирается она вот таким вот образом. Здесь вот такие вот эти зацепы. С помощью отвертки вы по периметру вот так вот нажимаете, отжимаете вот по периметру, и везде отходит вот эта вот декоративная часть. Снимаете непосредственно саму крышечку вот эту вот, которая закрывает колбу, где находится вот, и снимаете вот эту вот по кругу пластмасску. Отключаете сам вот этот вот сенсорное, или, будем говорить, контактное устройство для переключения программ. И там находите, что вот как раз вот в этом месте, где соединение, вот, переломилось каким-то образом, непонятно, нет контакта с клавиатуры непосредственно с платой управления. Как ее восстановить? С помощью вот такого ножа, вот, которым режем мы бумагу. Вот такого вот, он более туповатненький такой, но тем не менее. Мы зачищаем дорожки. Вот. И для того, чтобы восстановить дорожку, я использовал вот такую вот фольгу. Это фольга, которая в хозяйстве используется для выпечек. Вот. Вырезаем ножницами необходимую вот дорожку. Вот таким вот образом я вырезал дорожку. И почистил, как я уже говорил, вот этим вот ножом саму контактную часть с одной и с другой стороны, где оборвана дорожка, я восстановил с помощью вот этой вот полоски фольги. И затем на скотч все это дело вот зафиксировал. Зафиксировал. Вот. Ну, затем, когда я все сделал, я специально вам немножко показал. Вот, я это дело все обратно фиксирую. Вот оно фиксируется обратно. И сейчас мы посмотрим вот непосредственно уже в работе. Включаем вот наш приборчик. Сейчас я немножко от розетки отошел к своей мастерской. Вот, включили мы. Вот идет первая программа. Вторая, она не работала. Третья вроде работала. Четвертая, пятая, шестая и седьмая. То есть все управляется, все работает. По стоимости, вот, эта клавиатура, так называемая, для LG, для этой хлебопечки, весьма дорогая. Где-то, по-моему, там просят от доллары перевести, не знаю, от 500 до 700 гривней. И в наличии нету, под заказ и так далее и тому подобное. Поэтому, кому было полезно, вот, пожалуйста, смотрите видео и проводите ремонт своей хлебопечки. Всего доброго, удачи!